Снова пуп на сливки прошло шоу. Прошло уже 2 миллиона лет с того момента, как Лендушка что-то сделал. С того момента, как посадили президента, мы назвали в большой вечный террариум. И вы, наверное, начали думать, что нет. Давайте-ка думать, что им не пришел пиздец. Посмотрим, изменилось ли что-то с того времени. С растениями произошли некоторые изменения. В общем, в террариуме появилось много новой жизни. От кустиков мгалга до вот таких непонятных столбов. Их жизненный цикл закончился. Или что-то вроде того. Заставка. Ого. Ого. Ничего себе. Ого. Кто там выжрал? А, поняша. Если ваша крыша от унитаза издает громкие звуки в открывании, нужно взять перекипяченной воды, добавить хорошего мфата туды, которые мы смешиваем вместе. Пошло все в жопу, блядь. Готово, а теперь заставка. Ого, коллаб, который мы заслужили. I need healing. Если ваша жизнь слишком легкая, иди нахуй отсюда. Навсегда. Если ваша жизнь слишком сложная, держите 10 советов, которые помогут ее усложнить. Чего, блять? Вам нужно прочитать что-то, но вы не хотите это читать. Нужно что-то придумать. Точно, закройте дверь или вообще нахуй всю эту морозилку на 4-5 часов. Если на вашем смартфоне села батарея, то он умер от старости. Потому что умер от старости. Потому что села батарейка. Тебе стало грустно и хуёво внутри. И все ищут друзей в аду. Тем более с полезной фишкой люди рядом, это особенно удобно. Ведь нужно что-то придумать. Попробуем на часах. Мне кажется, можно было просто сделать стоп-кадр. Нашу картинку. Нас просто поставить. Пару раз кадр, чтобы менялся, как будто мы меняем положение. И даже не смотреть. То, что мы с вами просто сидим и молчим. На самом деле, мы внутри очень сильно смеемся, конечно. Как в прошлый раз, да? И вуаля! Мы сделали это! Попробуем на часах. Ставка! Мои вкусы довольно необычны. Боюсь, ты не поймешь. Откройся мне. Степа, так себе лайфхак, если честно. Сейчас будут лайфхаки. Точно за несколько минут поджигает раки. Жестоко. Это Степа придумал. Не понял. Степа. А ему сливки шоу писал? Что ли? Если вам понравилось, чё? Точно буду. Он писал там, Лёдушка, я тебя сейчас закопаю вместе со Стёпой. Стёпа, ты совсем охуел, что ли? Если вам понравилось, точно будут рады узнать, что вам понравилось. Не здесь. Вот, видишь, понял. Здесь вот было. Сейчас. Стёпа, ты совсем охуел, что ли? Если вам... Подожди, отмотай еще. Блин, да почему не успеваю? Нет, снова, не в ту сторону отматываем. Да как? Да я не знаю, кликни просто. Вот. Во. Степа придумал. Во. Закопали Степой. Не, я думаю, это типа, ну, как бы фотошоп. Ну, все равно забавно. Мастер фотошопа, видишь? Мастер фотошопа, ну. Ну, что сказать? Ничего не скажу. Да, не, все, ну, мы много раз говорили по поводу такого рода пупов, по мне что... Видно. Да по нам. У нас, кстати, достаточно, я помню, у нас есть другой канал, Ландау 2.0, и там, смотри, какой-то пуп по богатырям, кажется. Он охренеть, какой популярный у нас ролик там. Не знаю, сколько просмотров. 700 тысяч или что. Но при этом сидели, ну, плюс-минус такими же лицами. Мне за этот ролик стыдно. Но в том плане, что тут дело в том, что нам просто такого рода пупы не заходят. Мы смотрели предыдущий пуп. Не вот этот вот, который тоже был про сливки шоу, а там с Гордоном и Михалковым. Да. Или вот как Valor Mainstream. Нам больше нравится не когда просто, знаешь, такие очень динамичные нарезки, или там взрывы, и вот эти все сас. Нарезка, это просто, а там именно, чтобы как бы было смешной смысл. Просто все мемы впихнем в
кучу, и типа это смешно. Не, ну там как бы тут тоже как бы есть смысл, что типа хомячок, вот, возьмем, приготовим куки, там хомяк упал, что-нибудь такое, я понимаю, я понимаю, да. Ну если мне 5 лет, то я посмеюсь. Ну, тут просто дело в том, что, да, нам как-то, может быть, по возрасту мы не очень сильно такое воспринимаем. Определенно. Что определенно? Определенно по возрасту. Мне кажется, да. Потому что если была помладше, наверное, мне было бы смешно. Может быть, субъективно. Вот именно когда диалоговые пупы, да, вот именно шутки, построенные именно на фразы, когда какой-то получается диалог, или там как-то в итоге какие-то смешные, получаются реплики, нам нормально заходит.